Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, я Бахтина Елена, и это канал о молодости, здоровье, красоте, поэтому подписывайтесь. А сегодня поступил такой вопрос. Мы разбираем мифы о стройности, похудении и так далее. А если долго, упорно и тяжело тренироваться, то в любом случае достигнешь эффекта. А если не тренироваться или пропускать, то это пустая трата времени. Или если тренироваться, но так вот недолго и неупорно, то это пустая трата времени. Ну, как бы и не миф вовсе, но ясное дело, вы четко понимаете, что любой человек, который на чем-то акцентировал свое внимание, который установил цель, который разбил эту цель на подцели, имеет план действия, в любом случае добивается результатов. Я завсегдатай одной кафешки в городе Запорожье, и я всегда, когда приходила туда, наблюдала полненького такого официанта. Мне казалось, ну, я, честно говоря, ну, люди разные бывают, люди, он полненький, но он симпатичный, красивый, ну, мало ли, да. Вот, в очередной раз, там, через год приезжаю, захожу в это же заведение и вижу, он красавчик. Он вообще красавчик. Я, честно говоря, не ожидала, что из такой пышечки можно превратиться в такого мускулистого, красивого парня. Это человек, который прям поставил цель, а разбил ее на запчасти. У него есть рабочий план, скорее всего, у него есть личный тренер, и вот он достиг этой замечательной цели. Ну, наверное, среди моих слушателей тоже есть люди, которые проделали этот финт ушами один раз, два, или когда, знаете, делаешь, потом перестаешь делать, и опять скатываешься какой-то, ну, может быть, не совсем плохой точки, да, на своем пути в физической форме, но все-таки хуже, бывает лучше, но мы все движемся во времени. Поэтому я предлагаю не запускать просто себя. Я предлагаю всегда держаться в определенной форме. Для этого не нужно умирать в спортивных залах, но для этого нужно приучить себя к физической нагрузке в удовольствие. Для кого-то это будет с работы прийти домой или из дома пойти на работу пешком. Для кого-то это будет прийти с работы, бросить шмотки и сделать пробежку или проходку по ближайшему парку. Для кого-то это будет после работы перекусить и пойти в спортивный зал или пойти поплавать. Но это должно быть в каждом нашем с вами дне. Потому что раскрою сейчас большой секрет такой. С течением времени... Не скажу со старостью или с годами, нет. С течением времени мы теряем капиллярные русла. И потеря капиллярных русел – это самая плохая идея для нашего организма. Я сейчас вас возьму и уменьшу. И вы, мои замечательные слушатели, уже не слушатели, а вы клеточки. Вот, и, скорее всего, вы скоро захотите кушать. И для того, чтобы вы покушали, нужно, чтобы мимо вас был какой-то такой трубопровод, где есть питательные вещества и кислород. Это капилляры. Так вот, между артерией и веной в молодом тренированном организме огромное количество капиллярных сетей. Невероятно большое количество капиллярных сетей. Их настолько много, что практически каждая клеточка, которая живет в этих петлях межкапиллярных, она находится рядом с капилляром. Но идет время, и если человек утром просыпается, садится в машину, едет на работу сидеть, то за ненадобностью капилляры ссыхаются. Знаете, как Залманов говорил? Залманов – это доктор, который работал в тот момент, когда медицина разделилась, ну, как бы дихотомия такая произошла. Все думали, что она пойдет одним путем, она пошла лекарственным путем, эта медицина. Очень странно. Так вот, этот доктор Залманов, он так и говорил, прям отмечал, акцентировал внимание. Капилляры, которые создают структуру стенок капиллярных, эти клеточки, они прям округляются и расползаются за ненадобностью, так исчезают капилляры. Я называю это старостью, спортсмены называют это дотренированностью, какая нам разница, как это называется. Главное, что вы, клетка, купили квартиру рядом с супермаркетом, рядом с капилляром, а он разошелся за ненадобностью. Теперь вам нужно садиться на местный транспорт, чтобы доехать до ближайшего супермаркета за несколько остановок. Хотели бы вы жить в таком организме или нет? Понимаете? И почему я сейчас говорю о капиллярах? Причина, моя мотивация очень проста.
Как только вы ставите физическую нагрузку себе на службу, вы сразу начинаете развивать капиллярные русла. Потому что организм не дурак. Если между артерией и веной что-то происходит, мышцей, вы занимаетесь мышцей, вы ее качаете, вы ходите, и она у вас работает, то организм доставит недостающие капилляры. Для него это легко. Поэтому я говорю, старости нет, есть потеря капиллярных русел. И лечение, конечно же, физическая нагрузка в удовольствие. Надо ли работать тяжело? Нет, но если вы хотите, как тот парень, который был толстяком, а стал Аполлоном, то, конечно, вам нужно заниматься тяжело. Ну, лично по себе, может быть, я не ставлю таких целей, хотя надо бы... Вот почему не поставить? Вот почему не поставить такую цель? Можно поставить такую цель. Все зависит от вашей мотивированности. Вот. Вы можете прямо сейчас, кстати говоря, поставить эту цель. Прямо сейчас возьмите и наберите личный тренер, город, ваш город. И выберите себе, специально сделайте разговор с 5 человеками. Не надо первого попавшегося тренера нанимать. С 5 человеками сделайте разговор. Посмотрите, как человек выглядит. Может быть, как он выглядел. Какой у него жизненный опыт. Выберите того человека, который примерно в вашей возрастной, ну, в вашем возрасте сейчас находится. Потому что я замечаю, если вы выбираете совсем молоденьких 20-летних девочек, ну, понимаете, они не знают, что такое давит или болит сустав. Они не знают, что такое высокое артериальное давление. Они не знают, что такое перетренироваться, что потом месячные пропали. Не, ну, кстати, они знают, они с этим ко мне уже обращаются. Вот, они много чего не знают, потому что они дети еще. И вот ей легко это делать, а девочки, которые за ней повторяют, 40-летние, вздыхают в этот момент. То есть физическая нагрузка, ее нужно прям подобрать под себя. Вы сейчас в каком-то, на каком-то уровне дотренированности, я сейчас на каком-то уровне дотренированности, но мы будем заниматься, и мы на шажок повысим свой уровень тренированности, еще больше капиллярчиков, еще на шажок, еще больше капиллярчиков, того и гляди, начнет расти мышечная масса, того и гляди, начнет расти костная масса. А теперь внимание, девицы, красавицы, чего я вам желаю? Я вам желаю войти в менопаузу, все мы там будем, на пике развития вашей костной ткани, мышечной ткани и коллагеновой ткани. А это можно сделать только с помощью физической нагрузки. Вот просто много я вижу красивых людей в преклонном возрасте. Я действительно вижу много таких людей. И я к таким людям подхожу и спрашиваю, как вам это удается? Я ни разу еще не нарвалась на человека, который бы мне сказал, ну, я просто правильно питаюсь, вот, и сижу на попе ровно, и вот все со мной хорошо. Нет, они обязательно имеют какую-то физическую нагрузку. Иногда они даже не понимают, что это физическая нагрузка. Пример. У меня в ванне есть термальный источник, куда я прибегаю каждый день, зимой, летом, мне в принципе все равно. Термальный, это значит, он теплый. И вот в этом теплом источнике есть какое-то количество людей. Вот они там приходят, попарятся, ну как бы посидят в теплой водичке, потом расходятся по своим делам. И тут я замечаю женщину, видно, что она очень возрастная женщина, но она, вот знаете, не лишнего жира, хорошая осанка, хорошая кожа. В общем, она взяла ко мне, обратилась. Что-то меня спросила, причем как-то спросила, как мне удается быть такой стройной. Я прям оторопела от такого вопроса, потому что я хотела у нее это спросить. Но я спросила, сколько ей лет. Оказалось, ей 71 год. У меня челюсть упала, вот, и чуть не разбилась об асфальт. Соответственно, тогда уже я стала у нее спрашивать, как ей удается. Я тоже хочу в 71 год так выглядеть. Она говорит, да ничего особенного, просто я тут живу, и я каждый день плаваю. Там исключение составляет буквально 2 месяца, когда я не плаваю, так стараюсь постоянно плавать. То есть этот человек даже не думает, что плавание – это ее физическая нагрузка, которая позволяет ей так выглядеть круто. Поэтому вам придется все равно найти свою физическую нагрузку в удовольствие, пусть это не будет спортзал, пусть это не будет долго и тяжело, но это то, что вам нужно для сохранения своего тела. Мы сейчас говорим об эстетике, но эстетика – это как бы первый этаж. А, вообще,
ну, представление о красоте и здоровье человека. Если вы упустили эстетический момент, как вы выглядите, то есть вы располнели или утратили свою осанку, то дальше вторым этапом будет уже потеря здоровья. Вот лучше отреагировать на изменение эстетики. Сразу отреагировать, сразу что-то поменять. Потому что если ничего не поменяете, уже надо будет работать над патологией, а над болячками работать очень тяжело и иногда даже бесперспективно. Вот. Поэтому я вам желаю идеальной фигуры. Пусть ваша фигура будет такая же, как в вашем 25-летии, но более подкачанная.